Быстрее, быстрее, быстрее! Уйдет! Да не могу. Тогда я подержу. Давай быстрее, пап! Давай сюда, Серега! Так, туда не лезь, папа доведет. Да, запусти просто. Поднимай давай. Удачно ты закинул. Давай его сюда. Какой карась? А я не могу понять, что за хуйня. Он на лету, Серега. Вау! На это движение, все правильно. Это тот карась, который я проебал. Может быть, Дима. Но это не точно. Я не столько осуждаю измену, сколько меня бесит, как он себя оправдывает. Он говорит, типа, я не виноват, просто я мужчина, я по природе охотник. Тогда где добыча? Ну, охотиться для семьи. Я понимаю, если бы ты ее трахнула, потом вы ее всю зиму ели. С каждым годом в России появляется все больше микрофинансовых организаций, которые преступным путем стараются нажиться на доверии простых граждан, пользуясь их тяжелым финансовым положением. Так, в Уссурийском районе был проведен рейд по микрокредитным компаниям с целью выявления их связи с коллекторскими агентствами. Инициатором данного мероприятия выступил председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин. Вы что здесь делаете? Работаем. А вы зачем сюда пришли? Кредит погасить. Нету больше вашего кредита. Изъяв всю документацию, председатель поставил задачу проверить данную организацию на предмет законности ее деятельности. Короче, грузи его! Сразу после погрузки павильон данной микрофинансовой организации был вывезен за пределы Уссурийского района, где был пересмотрен вопрос его дальнейшего пребывания на улицах города. Вот так вот. Признав данную микрофинансовую организацию незаконной, председатель поставил задачу проверить подобным образом все остальные компании в Уссурийском районе по выдаче микрозаймов. Вот теперь они у меня все сюда поедут, чтобы я ни одного в городе не видел. Достали. Виталий Наливкин также добавил, что по завершению данных мероприятий все кредитные обязательства уссурийцев перед подобными незаконными организациями будут также признаны недействительными. Бля, сука.